В начале прошлой недели в Телемаянге было зафиксировано отсутствие водоснабжения. При обследовании скважины, которая снабжает Маянга-Удельная, было выявлено отсутствие воды. Была приглашена подрядная организация, которая делала данную скважину. При обследовании одна из причин отсутствия воды – забит фильтр. 6 и 7 июня были выполнены восстановительные работы. Сегодня водоканал у нас приехал, будет устанавливать свое оборудование и будет возобновлена подача воды в башню. Да, о дальнейшей ситуации доложим. Так, то есть вы будете не будете новые брить, вы старые восстановите, правильно? Ну, эта скважина проборена в 2015 году, но она имеет свой ресурс. Мы сейчас посмотрим, как прошли восстановительные работы. Если не понадобится бурение новой скважины, значит, будет работать эта скважина. Ну, хорошо, держите тогда на контроле. Водоснабжение, я так понимаю, жителей в выходные было обеспечено, так? Да, подача воды, привоз воды был обеспечен. По Малой Быковке в прошлом году снимали сюжет, проблема остается. В башне не работает какая-то система запорной арматуры, то есть насос качает, заливает все вокруг в пределах 100, даже 150 квадратных метров, это участки и так далее. Неужели систему там нельзя придумать как-то, решить этот вопрос? Да, у жителей просто в болоте все участки находятся, тоже видео прислал человек. Ну, по поводу этого вопроса, ну, наверное, это все-таки водоканалы вопрос, полномочия мы им по водоснабжению отдали, и все оборудование, и в том числе и башня, сейчас находится под их управлением. Но вы по ситуации в курсе вообще этой? Да, мы в курсе по ситуации, значит, на данный момент почему не можем мы устранить данную причину, там вышка, которую мы туда пригоняли до этого, 22 метра, не достает до данного водоотведения. То есть там надо технику более с подъемом высокую? Стрелы более высокую. Да, более высокую. А вы сразу померить не могли? Ладно, вопрос риторический. Так, ну ладно, давайте не будем затягивать. Мы тогда отдельно запросим в водоканале ответ на этот вопрос и предоставим его распоряжение средств массовой информации. Даже, наверное, консолидированный ответ от Буквотрухского муниципального образования и от водоканалом.